Ребята, всем привет! Привет, ребятки! Мы, как всегда, в гаражах собрались. Олег, что мы сегодня будем готовить? Просили давно русское блюдо. Говорят, что вы готовите, какой-то узбекский, таджикский, другой. Готовим сегодня русское блюдо, старое русское блюдо. Это караси в сметане в казане. Олег, еще такой вопрос. Вот в комментариях пишет народ, что наши лица уже не помещаются в 19-дюймовый экран. Я могу дать совет, покупайте 20-21 дюйм от 21 и выше, тогда будет все влазить, все нормально. Так что все нормально, покупайте большие мониторы, лица наши будут вмещаться. Будут влазить, да. Погнали в гараж, пока ничего потребуется. А если у тебя еще нет казана, печки, узбекской посуды, и ты хочешь поддержать проект, ссылочка будет внизу в описании, магазин «Имхэшоп». Настоящие узбекские казаны, печки, самое главное, при покупке казана и печки, шумовка и половник будут в подарок. Также отправляем по всему миру, то есть в любую страну можем отправить, ну и, соответственно, по России в любой город без проблем. Еще раз, магазин «Имхэшоп», ссылочка внизу в описании. Ну а для приготовления сегодняшнего блюда нам потребуется караси, мы взяли 8 штук, таких больше среднего размера, чуть больше ладошки. Соль, перец, мука, подсолнечное масло, сметана, лук, чеснок, немного зелени, мы взяли укроп и петрушку. Ну и помидорки, это в конце просто как гарнир, как украшение у нас пойдут. Приступим. Карасей мы сначала почистили. Олег, а на удалили кишки. На что ты карасей ловил? Кстати, был на рыбалке, ребят. Карась такой хитрый пошел. На червя не берет, на мотыля не берет. На хлеб кое-как вот навытаскивал 8 штучек. Шучу, в магазине купил. Кстати, дешево стоит этот карась. Естественно, у нас смотрят со всей России. Блин, пошел на пруд, поймал, у нас просто времени нету. С удовольствием бы, на самом деле. Делаем вот такие надрезы с двух сторон. Желательно почаще. Для чего это делается? В первую очередь, чтобы у нас косточки прожарились, и он не был таким костлявым. А во вторую очередь, чтобы туда хорошо зашла у нас соль. То есть по всему карасю, вот так, с двух сторон делаем вот такие насечки. Делаем это со всеми карасями. Олег, а расскажи какую-нибудь рыбацкую историю. Вспомнишь что-нибудь? Рыбацкая история. Так. Ну давай. Во, рыбацкая история, кстати, как раз-таки про карасей. Поехали один раз с Ромкой, с другом на рыбалку. Именно вот весной на карасевую рыбалку, когда уже лед сошел после терки. Караси уже оттерлись. Ну что, закинули удочки обычные, поплавочные. Ловили, не помню сейчас уже на что, скорее всего на червя. Короче, поймал Роман щуку. Реально на червя поймал вот такого вот шнурка черенка. А я карася. Неинтересная история. Все, сделали надрезы с двух сторон на каждом карасе вот так вот. Теперь обязательно посолим. Солят все по-разному. Кто-то добавляет соль в муку. Я люблю добавлять соль именно на карася. Потому что... Сколько соли? Ну, соли сюда уйдет на всех карасей. У нас примерно 1/27 жмени. Но солить рекомендую именно так вот. Не муку солить, а именно карасика. Вот так, чтобы внутрь заходила соль. И также поперчим со всех сторон каждого карася. Посолили с двух сторон и теперь перчим также с двух сторон. Почему я солю и перчу именно карасей, а не муку, в которой буду их обваливать? Потому что перец останется внутри и он не сгорит. То есть мука это будет как бы как кляр, можно сказать. А соль и перец будут внутри. То есть они достанутся рыбе, а не... нашему маслу, скажем так. Поэтому рекомендую делать именно так. Ну вот попробуйте сделать так и добавить в муку. Разницу вы почувствуете колоссальную. Вот так, соль, перец. А дальше просто обсыпаем их мукой. Либо берем, не знаю, куда-то высыпаем много муки. Короче, нам надо мукой обвалять карасей. Чтобы они все у нас были беленькие со всех сторон. Вот так вот. Потом перевернем и с другой стороны сделаем то же самое. Кто-то еще добавляет яйцо, то есть обваливает карася сначала в яйце, а потом уже в муке, ну, делает такой кляр. Я люблю просто в муке, ну, не вижу смысла обваливать в яйце. Вот так вот, чтобы они все были у нас беленькие и красивые. Карасей обваляли в муке, вот так это все выглядит красиво, они готовы полностью к жарке. Сейчас приготовим сметанку, в которой они у нас будут томиться. Кстати, рецептов существует великое множество. Кто-то просто сверху смазывает сметаной и запекает. У нас все будет немножко по-другому. Сметана 15%. Особо жирную брать. Она просто дороже и здесь ни к чему. Все равно немножко ее будем разбавлять водой.
Поэтому любой жирности сметана подойдет. Просто чем жирнее, тем больше воды придется добавлять. У нас банка, сколько она, 400 или 500 грамм. Большая банка сметаны, в общем. Берем чеснок. Мелко крошим чеснок туда. Делается это вот так вот. Чеснок тоже на любителя, скажу, некоторые не любят в рыбу добавлять чеснок. Мне очень нравится прям пряный такой аромат, немножко остринки. Ну и вообще сам аромат чеснока, это, ну, как по мне, так это бомба. Поэтому, если вы не любите чеснок или кто-то в семье его не ест, то не добавляйте его в этот соус. Можно обойтись и без чеснока. Добавляем чеснок в сметану. И также добавим чуть-чуть укропа, буквально совсем вот такое вот количество. Этого тоже будет достаточно. Теперь добавляем немножко воды кипяченой. У нас тепленькая. Так вот примерно будет достаточно. И перемешиваем до однородной массы, до однородного состояния. Густота должна быть примерно вот такой, чтобы можно было как бы это залить. Вот так вот. Вот такая вот сметана получилась, сметанный соус. А это у нас готово. Соус готов, караси готовы. Теперь мы полукольцами или четверть кольцами, все зависит от того, какого размера у вас лук. Порубим лучок. Ну и встретимся уже у казана, идем разжигать костер. Разожгли костерчик, ставим казан на его законное место, наливаем масло. Так, заслоночку полностью откроем. Наливаем по стенкам масло и начнем с того, что обжарим лук. Первым делом обжарим лук. Две большие луковицы, я считаю, будет достаточно. Обжарили лук до такого слегка золотистого цвета, он весь уже мягкий стал. И вытаскиваем его из казана. Вытащили весь лук, маслица немножко по стенкам. И будем выкладывать наши караси. Карасики, к концу мир. Погнали, ребят. Ты что, Олег, по-немецки разговаривал? Да, к концу мир. Единственное, я боюсь, по стенкам может немножко они прилипнуть или подгореть. Но это ничего страшного, с корочкой караси, мне кажется, даже вкуснее. Так, влезли бы все, еще три штуки. Двигать придется. Сейчас вот здесь подвинем. Одному-то, брату, оставьте место. Вот так вот. И маслицем сейчас также немножко сбрызнем прям по стеночкам под каждого карасика. Примерно на среднем жаре, приблизительно по 2-3 минуты будем обжаривать. Не надо доводить карасей до полной готовности, надо просто задать им уверенную румяную корочку. Ну что, прошло пару минут, запах рыбный пошел. Посмотрим и перевернем. Что у нас там получается? О, нет, самое вовремя. Потом разложим, да? Да. Чтобы не пригорели все. С двух сторон вот до такой корочки делаем. А вот это поменьше. Но все равно нормально. Нежная рыба становится, полуготовая. Прошла буквально минутка, и немножко по стенкам добавим еще масло. Просто под рыбку, чуть-чуть. Еще секунд 30 пожарим. Прошло буквально чуть-чуть времени. Карасики уже с другой стороны тоже у нас прихватились, судя по времени. И теперь сверху выкладываем на них лук, заранее обжаренный. Вот так вот. На каждого карасика лучку. Кстати, заслоночку уже можно перекрыть.
и сверху поливаем нашим сметанным соусом каждого карасика. Вот такая красота, и накрываем крышкой буквально еще на пару минут, как и будем дегустировать. Прошло примерно минут 7. Смотрите, какая здесь красотень у нас в казане. Остался запах чеснока, чувствуешь? Остался последний штрих. Суем руку в карман, достаем оттуда зелень, укропчик и петрушка. Вот так вот. Все, накрываем крышкой и накрываем на стол. И будем дегустировать. Самый долгожданный момент, то, ради чего все весь день сегодня проходил у нас. Как вам сервировочка, сначала скажите? Я думаю, очень даже ничего. Как в нормальных гаражных ресторанах. Ну что, по карасику на тарелку? Да будем пробовать. Олег, расскажи, как ты любишь карасей? Эх, карасей. На самом деле я речную рыбу вообще не люблю. Но такого карасика в сметане я как-нибудь осилю. Все ради вас, ребят, ради подписчиков. Не, реально речную рыбу не люблю. Но ничего, кстати, не пригорело, как видно, вот снизу. Я даже не помню, когда я последний раз карасей ел. Я тоже давно не ел, на самом деле. Ну, вкусно, а в таком исполнении... Я когда-то маленьких ел таких. Мелкие, да, речные. Но это я постарался, чтобы таких наловить тоже не каждый рыбак поймает. Так что караси зачетные, будем дегустировать. Что, попробуем? Ну, давай его распотрошим. Покажем, что внутри. Да, конечно, он полностью готов. Что тут карасю надо? Самое вкусное, где меньше костей, это вот здесь, вдоль спинки у него, с хребта. Ну, вот все равно мелкая кость сразу попалась. Ну, сладкий, вкусный. Сметана и, кстати, чесночок. Я не знаю, я рекомендую делать с чесноком. Сейчас Диман попробует, скажет. Мне очень нравится. Но единственное, да, это речная рыба. То есть она... Ну, это не морская, короче. Я думаю, вы понимаете, о чем я. А так очень достойно, вот так со спинки. Поковырять мясо. Со сметанкой. Сколько нужно карасей, чтобы наесться? Такого размера, не знаю, мне кажется, штук 5, ё-моё. И костей много, ковыряться там. Половина веса, это, наверное, хребет, голова и кости. Все, заканчиваем видео. Мы поели по 2 карасика. Что сказать, Олег, что скажешь? Да я не знаю, я уже сказал, в принципе, свое мнение вообще по поводу всей речной рыбы. Я к ней отношусь не очень. Что к карасю, что к щуке. Единственное, судака еще можно есть более-менее. Но это я по себе опять говорю, вот для меня. Ну, котлеты там и сама делать. А так рыба... Речная рыба, короче, это речная, морская, это морская. Но в данном рецепте сметана с чесночком сделали свое дело. То есть довольно-таки вкусно, вот это ковыряться в косточках мелких я не люблю. По рецепту вообще, в принципе, он имеет место быть, но если вместо карася использовать другую рыбу. Ну, просто к самому карасю не очень. Ну, мне на самом деле понравилось, вкусно, но очень много костей, тяжело, так сказать, есть. Костлявый, костлявый. Может быть, надо было взять таких маленьких карасиков и прям полностью их прожарить и так голову отрывать. В масле, ну, как во фритюре, да-да-да. Ну, а кому понравилось видео, палец вверх. Кому не понравилось, тоже палец вверх или вниз, смотрите сами. Да, ссылки на соцсети в описании, Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, все есть. Имхолайв каналчик, там про гараж видосики, кстати, ну, не знаю, через неделю, когда там это видео выйдет, короче, выйдет еще видос по ремонту с гаража, ремонт продолжается. Ну и все, всем пока. Пока, ребят, давайте, оставайтесь в теме. Лайки не забываем.